Дворец удовольствия, Джо, говорит Витер. Дворец удовольствия, Джо, говорит Витер. Нахрен. Не двигаться. Возможно, угонщик. 54-й. Вызов при... Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вас понял. Вылазь нахрен! О нет, он нас убьет! Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Чего тебе сделать? Выбирай, приятель.
Топчет, как котенок. Нет. Что вам подать, сэр? Кофе. Я возьму только то, что он должен. Пока. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Он что себе думает? У меня тут розочки. Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кому тебе пока знать не надо. Ну как прошло в порту? Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу? Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Автобан на Аляску? Нервничай, я спешу. Дьявол.